Санек, а Киа это что может у нас вообще? Что она? Пиканта? Ну да, в спорт-режиме. Киа? Ты серьезно? Очень серьезно. Ну, блядь, держись нахуй, блядь. Друзья, всех приветствую. Значит, сегодня мы будем записывать обзор на квадрокоптер, который я нашел. Вот он, пультик. Пультик уже приобрели. Сейчас немножечко походим, полетаем, поснимаем в разных условиях съемки. Вот, и вы сможете наблюдать картинку. Расскажу сейчас предысторию. Стою, ко мне навстречу прилетает квадрик. Вот так вот летит, подлетает. И значит, вот так на меня смотрит. И сел. Ну, я же его поднял, показал в камеру адрес, думаю, мало ли человек найдет. Вот. Ну, в итоге человек не приходил неделю. Я заказал с Алиэкспресса пульт подходящий. Значит, теперь мы его законнектим к этому квадрокоптеру. Немножечко полетаем, и я покажу вам съемочку. Ну что, ребят, вот и первый полет запускаем. Нажимаем на кнопочку на нашу. А где квадрокоптер вообще? Андрей. Ага. Андрей, его нету. Тебе его спиздили. Вон он вверху. Вверху точно? Вон там? Да. Значит, ребята потеряли, короче, сигнал. Вот. И сейчас он автоматически вон садится. Не знаю, с чем это связано. Возможно, из-за того, что мы летаем над стадионом. Над нашим воном. А почему нельзя? Нельзя. Я тебе серьезно говорю. На туре? Да. Ну ладно, мы поснимаем. Ты, кстати, штраф, Андрей. Да? Да. Нет, ты сейчас не шутишь? Не шучу вообще. Не, серьезно? Серьезно. Да, съебаться отсюда. Короче, что могу сказать? Единственное, знаете, что, ребята? Херовое соединение. С экраном он не передает, но он не передает, потому что здесь какие-то помехи. Это 100% из-за стадиона. Мы сейчас поменяем дислокацию нашу, потому что, конечно, так снимать это невозможно. Вот съебемся. Ну, Саня оператор охуенный, я смотрю, от Бога. Меняем локацию. Андрей жрет. Мы съебаем, сказал. Что, а ты знаешь, что на стратегических важных объектах нельзя летать? Это же не стратегический объект. А какой это? Стадион. Поэтому мы решили съебаться, пока нам никто не дал пизды. И пока у нас это получается. Значит, подсоединяем наш пульт. Ветер бешеный, ребят, поэтому извиняюсь сразу за качество звука. Вот. Блять. Вот таким образом. Заходим в наше приложение. Как DJI Fly. Вот, приложение называется. Ну и включаем. Значит, сначала пульт включаем. И теперь квадрокоптер включаем так, таким же нажатием. Вот, видим. Значит, ребят, как вы только приехали на место, где вы будете летать, снимать, я советую на каждом месте откалибровать компас квадрокоптера. Для этого нам надо зайти в приложение DJI Fly, вкладку «Безопасность» и нажать здесь на «Компас работает» и вот «Калибровать». Нажимаем на калибровку. И у нас здесь написано, как и все это делается. Нажимаем начать кнопку. Вот, значит, берем и делаем все по инструкции. Поднимаем квадрокоптер. Здесь написано против часовой стрелки. Крутимся против часовой стрелки. Калибровка проходит у нас, вот, держа квадрокоптер таким образом. И крутимся. Потом у нас меняется позиция вверх камерой.
и опять крутимся 360 градусов. Вот, компас откалиброван нам пишет. Теперь мы ставим наш квадрокоптер в исходное положение и начинаем, собственно говоря, взлет. Очень-очень-очень сильный ветер. Немножечко квадрокоптер косит, видите, да? Но ветер у нас сбоку. Вот, сейчас мы будем делать налет. Включаем запись, видео поднимаем. Это было круто. Что, Санек? А Kia это что может у нас вообще? Что она? Пиканта? Ну да, в спорт режиме. Kia? Ты серьезно? Очень серьезно. Ну, блядь, держись нахуй, блядь. Сейчас поснимаем немножечко, посмотрите, как ребята гоняют. Поедем сейчас, прокатимся. Вот водитель. Поэтому находимся на, скажем так, стрит-рейсеры Ростова катаются у нас. Ребята кружат за мной там. Так что как-то так. Вот, ребята, последствия. Видите? Бля, ну вы варитесь, да, только? Ребят, ну это круто. Это кайф. Ну как тебе, блядь? Охуеть, охуеть. Так, друзья, ну вот и все. Мы записали контент, оттестировали наш квадрокоптер. Он у нас успешно упал, можно сказать так. Тестирование прошло. Тестирование, да, прошел. Поэтому, кому понравился контент, ставите лайки. Не забывайте подписаться, нажать на колокольчик. И вот с вами был канал ProScience. До новых встреч. Пока-пока.